Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам расскажу, как связать самую простую и эффектную оборку. Для того, чтобы получить хорошую оборку, провязываем планку, полоску по количеству петель, в два раза превышающую основное полотно, к которому мы эту оборку будем присоединять. У меня оборка на всю вязальную машину, 200 петель, я провязала 7 рядов. И теперь делаю пересадку каждой второй петли на соседнюю иглу. Иглы, в которых мы убрали петлю, оставляем в заднем нерабочем положении. Они провязывать больше не будут полотно. Таким образом, у меня на иглах остается в два раза меньше петель, чем было изначально. Теперь мне нужно изменить плотность вязания. Основную оборку я вязала на 10 плотности. Ставлю плотность потуже. Семерка. Семерка, шестерка. И провязываю один ряд. На всех иглах, стоящих в переднем положении, на которых у меня находится по 2 петли. Таким образом, получилось ровно в два раза меньше петель, чем было изначально. Почему я убирала плотность? Потому что вот эти протяжки, которые у меня остаются между петлями, вытянутся и создадут достаточно объемную петлю. Теперь данное полотно снимаем на катушечную нить и набрасываем. Катушка такая, чтобы она не рвалась в руках. Обычный лавсан. Провязываю один ряд. Это нужно для того, чтобы получить хорошие петли открытые и не снимать при этом бросовую нить. Провязали. И теперь беру контрастную бросовую нить и провязываю несколько рядочков. Если пользоваться оборкой будете не сразу, через какое-то время желательно петли закрыть. Снимаю их на еще раз кромысло, либо толстую иглу. В итоге мы получаем оборку, которую можно надеть на 100 петель. То есть из 200 получилось в два раза меньше. Если это видео вам понравилось, оно было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Добавляйте видео в избранное, чтобы не потерять. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.